Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Санкт-Петербургский Зенит FIFA 23. Мы, ребята, играем с модом на большое количество добавленных лиг, в том числе и РПЛ, ФНЛ, Бразильская лига, в общем, куча всяких лиг. Ролик об этом моде есть на канале, а то постоянно под каждым выпуском ребята спрашивают, откуда ты взял Зенит, как ты сделал лигу и тому подобное. Я, ребят, ничего не делал, это просто купленный мод, который устанавливается на обычную 23-ю FIFA. Итак, ребята, у нас в прошлой серии были довольно непростые матчи. Это была ничья с ЦСКА, была ничья, если мне не изменяет память, по-моему, мы играли с Оренбургом. Да, 3-3. И сегодня, кстати говоря, с ними мы встретимся в Кубке России, у нас он стартует. Также у нас сегодня пари Нижний Новгород и Краснодар. Ну и, конечно, мы стартовали в Лиге Чемпионов с ничейного результата против Бенфики. Сегодня, ребята, мы будем продолжать. Как мы понимаем, пока в обороне у нас не все клеится здорово. И многие ребята предлагают какого-то высокорейтингового защитника купить. Я нашел неплохой вариант, ребята, но опять-таки топители за реалистичность скажут: нет, такого не надо, ты что? У нас на трансферном рынке сейчас бесплатный, ребята, Серхио Рамо. У него рейтинг 83, ему 37 лет, но его до сих пор никто не забрал. Поэтому пишите в комментариях, хотели бы вы видеть Серегу Рамоса в Зените. Лично, на мой взгляд, когда игроку 37 и его не забирают другие клубы, но он и в РПЛ может приехать, потому что мы вспоминаем, за хорошие деньги приезжал Роберто Карлос, Этуо, Ван Джи. Много ребят играли в РПЛ в свое время, так что я думаю, и Серега Рамос в 37 мог бы приехать за солидные деньги. Давайте тогда, ребята, начинать. Вы поддержите серию своим лайком, также напишите комментарии, ну и если новенький, подписывайтесь на канал и не забывайте залетать в наш Телеграм, ссылочка на него есть в закрепленном комментарии. Ну а если вы любите прохождение сюжетных игр, заглядывайте на мой второй канал с прохождениями. Его название Фандом Лига, ссылка также в закрепе. У нас игра против пари Нижний Новгород, нам, ребята, нужна победа, играем дома и играем своим вторым составом. Сегодня Ерохин выходит на центр поля, я как-то про него совсем забыл, нужно тоже немножко дать ему поиграть. Ну и, ребят, поехали. В прошлой серии, к сожалению, для нашей команды не получилось из трех матчей не выиграть ни одного. Было три ничейных результата, сначала с ЦСКА, потом с Оренбургом, какой-то просто безумный матч. Ну и дальше Бенфика и первая ничья на групповой стадии Лиги Чемпионов. А уже в следующей серии нас, ребята, будет ждать игра с ПСЖ. И вот это действительно будет серьезное испытание. Футболисты нашего рейтинга, к сожалению, мне кажется, не будут успевать за игроками французского клуба. А вот уже Кассьера открывает счет в этом матче. Пари Нижний Новгород, ребята, пропускает. Но мы заметили по их схеме, что они довольно активно настроены на атаку, но при этом мы видим, у них огромные свободные зоны в обороне. И Кассьера на третьей минуте забивает свой очередной гол в РПЛ. И снова есть свободная зона. И посмотрите, как пари Нижний Новгород дает эти зоны. Кассьера не получилось пробить. Забросик за спину. Здесь Ринан выигрывает верховую борьбу. Рядом Караваев. Ну а это желтая. Так играть нельзя. Пытался, конечно, игрок Нижнего Новгорода сбить атаку. Передача на Монтуана. Монтуан играет дальше. Круговой. А вот сейчас можно прострелить в центр и забить второй. Это, ребята, Коваленко. Как-то видели, у него один глаз начал западать. То ли он кому-то подмигивал. Я не знаю, почему ребята в комментариях удивляются таким большим результатом. В FIFA между командами с маленьким рейтингом в обороне, на воротах, забить много на высоком уровне сложности не проблема. И когда у нас идут атаки в одну сторону, в другую, и залетают голы там по 6 за матч, это вполне обычно для FIFA. А вы начинаете сравнивать это с жизнью, что такого быть не может. Так и в РПЛ уже 100 раз было так, что команды забивают много. Это Неро с левой, вот это красиво из-под защитника. 3-0, ребята, на 23-й. Вот здесь Неро положил очень здорово.
Он чуть-чуть сместился налево и прямо из-под защитника крутанул в дальний угол. Вот здесь хорошо будет видно. Вратарю было очень сложно увидеть удар. Ну и вот, появились свободные зоны. Мне кажется, дело как раз идет к разгрому. Ну и здесь, как в жизни, команда особо не идет отбиваться. Она просто начинает получать один за одним. Один за одним, ребята, 4-0. А наоборот, пропуская голы, начинает идти в какие-то суператаки, непонятно зачем. И это FIFA постоянно. Даже если вы будете играть против Манчестер Сити и забьете им пару мячей, они понесутся вперед еще активнее, и вы можете подловить их гораздо сильнее. Кассьера 10 голов уже забил. Но здесь Ренан молодец. Все-таки отработал. Это Алип. Нерес берет разбег. Бьет поворотом, и как мяч вильнул. Ерохин без нарушения правил выгрызает мяч. Передача дальше на Кассьеру. Тот набирает скорость по правой бровке, а кто поможет? Коваленко пытается открыться. Пошла подача, Коваленко бьет. И не попадает в створ. Офсайда нет, выход 1-1. Ну и вот парень Нижний Новгород забивает, ребята. Под занавес первого тайма 4-1. Нашли они моментик, пытался я здесь искусственный офсайд организовать, но получилось наоборот. Подарили момент, вот здесь защитники вроде вышли вперед, но офсайд создать не успели. 4-1, и первый тайм, ребята, завершен. А он проскочил сейчас, здорово, передача под удар, Кассьера. А также еще Марио Фернандес вместо Караваева вышел, Нерес пошел отдыхать. Ну и мы второй тайм начинаем активно. С атаки, и Кассьера снова забивает. Здесь он выигрывает, ребята, борьбу. И делает счет 5-1. Мне кажется, здесь просто многое зависит именно от расстановки команды. Но я не знаю, почему парень Нижний Новгород не играет больше и ближе к своим воротам. А почему-то именно по их схеме они готовы идти в атаку. Вот с Оренбургом мы играли 3-3. ЦСКА 2-2, и там было очень плотно в обороне. А здесь просто проходной двор. Но не просто так, по-моему, парень Нижний Новгород как раз находится где-то внизу турнирной таблицы. Коваленко. Не успел я сделать пас на Сутермина, но не выключаемся из борьбы. Еще один опасный момент, но здесь уже Ренан ставит ногу. Но ведь, как мы видим, во втором тайме, мне кажется, поактивнее соперник начал идти вперед. Ну, видимо, уже терять-то им точно нечего. Кассьера. Играет пяточкой на Сутермина, но не прошла нормально передача. А Марио Фернандес стоит. Сутермин. Пробивал. Попал в соперника. Кассьера. Здорово разобрался. Сутермин надо забить. Ну и вот вы видите, как играет оборона Нижнего. 6-1. Два защитника столкнулись. В итоге Кассьера забрал мяч. И накатил Сутермину. А тот просто аккуратненько прошил в дальний угол. Ренан не отпускает соперника. Удар. Дехея успевает сложиться. Мяч залетает в ворота. Это, ребята, мостовой. Круговой и мостовой организовывает 7-й гол. Ворота Нижнего Новгорода. И здесь уже даже у вратаря не было сил, по-моему, отбивать этот мяч. Он скользнул ему между ног и дальше заскочил в ворота. Но в своей истории «Зенит» и «Динамо», если я не ошибаюсь, 9, по-моему, забивали. 9-3 тогда был результат. Ну, пока вот у нас 7-1. Снова парень Нижний Новгород идет в атаку. Алип отпустил соперника, прострел. Но здесь все спокойно. Ренан и Дехея все держат под контролем. Парень Нижний Новгород крупно уступает на выезде. Но, может быть, сейчас еще получится у них второй забить. Нет. Арбитр останавливает матч. Это победа. 7-1. 3 очка мы взяли. Сейчас взглянем на турнирную таблицу. Ну, Спартак не отстает, ребята. Они вот один раз нам проиграли.
А дальше, как мы видим, они продолжают преследование. 19 очков после 8 туров, у Динамо 16. Недалеко Локомотив, Краснодар, ЦСКА. Здесь все очень плотно. На самом деле, одна победа буквально команду может как поднять, так и опустить. А посмотрим, где пари Нижний Новгород. Ну, они предпоследние, ребята. У них 4 очка. Они 19 пропустили. Причем, что 7 пропустили от нас только в последнем матче. А сейчас у нас будет кубок. И после этого игра с Краснодаром. Кубок стартует у нас матчем против Оренбурга. Играем мы на выезде. Ну и, ребят, поехали. А мы как раз в чемпионате 3-3 с Оренбургом сыграли тоже, по-моему, у них дома. И тоже шел дождь. Вот такая вот непростая была погода. Ну, посмотрим, что будет сейчас в кубке. Мы сегодня выходим играть основой, чтобы она как раз-таки немножко сыгралась перед матчем с Краснодаром, а там как раз еще и нужно будет немножко отдохнуть перед следующей серией, перед матчем Лиги Чемпионов. Вы же видите, как играет команда в чемпионате против слабых клубов, и как, например, мы играли в Лиге Чемпионов против той же Бенфики. ПСЖ мы будем исключительно ловить на контратаках, и вряд ли там получится забить много голов. Хотя, с другой стороны, зная ФИФУ, такие клубы, как ПСЖ, могут тоже пойти, можно сказать, ва-банк. Неплохо. Мостовой вот отсюда, в дальний. Нет, вратарь мяч забирает. Передача на Сергеева. Здорово, Сергеев. Надо бить. Удар в дальний. Сергеев забивает гол. 1-0, ребята. Иван Сергеев на 12-й минуте попадает в дальний нижний угол. И «Зенит» выходит вперед. Ну вот тут снова была свободная зона. Сергеев классно забежал. И хорошо попал в дальний. Я рад хотя бы тому, что у нас вот два центральных нападающих, Кассиера и Сергеев, даже со своим небольшим рейтингом, бьют довольно неплохо. Да, с левой ноги Сергеев, конечно, не очень здорово бьет, он не может попасть в створ ворот. Но с правой оба парня заряжают как надо. До угла, от него уходит соперник. Но он встретил. Отлично. И надо бежать. Надо бежать контратаку. 20 минут позади. Сейчас Мостовой набирает скорость. А кто поможет? Давайте на другой фланг переведем. Караваев. Это Нерас. Хотел я с левой пробить. Вот вы видите, как плотно действует оборона Оренбурга, в отличие от только что матча, сыгранного с пари Нижний Новгород. Там просто куча была свободных зон. А здесь шикарнейший подкат. Просто шикарнейший подкат Родригао. Иван Сергеев ждет забегания партнера. Дуглас Сантос. А вот отсюда с левой в дальний. Мяч очень долго летел. Вендал. Его дальний удар. И над перекладиной мяч проносится. 5 минут до конца первого тайма. Оренбург снова правым флангом. Пытается обыграть Дугласа Сантоса. Прошла передача. Удар в дальний. Вот это черпачок, ребята. Мяч будто в матрице. Залетает за спину Дехея. И здесь, ну, я ждал любой удар, но только не такой. Посмотрите, как игрок Оренбурга подсек шведкой мяч в дальний угол. И это 1-1. Ну же, Вендал. Один удар, второй. Сбивает Вендал соперника, и арбитр фиксирует нарушение правил. Ну и, видимо, на этом первый тайм будет завершаться. Пока ничья. Во многих матчах команды побеждают с минимальным счетом 1-0. Только, по-моему, в игре Локомотива там 0-0. Ничья. Ну и в нашем матче пока ничья 1-1. Сергеев играет на Мостового. Мостовой набирает скорость. Иван Сергеев. Скидка в центр. Вендал. Он уже в штрафной. Вендал. Как-то ковырнул в ближний, но вратарь успел сгруппироваться и отразил мяч на угловой. Еще момент. И штанга. Я не знаю. Такое чувство, что ворота Оренбурга заколдованы. И выиграть у этой команды мы никак не можем. Еще момент, удар, и Оренбург выходит вперед. Вот, ребята, создавали, били, попали в штангу, а Оренбург проводит контратаку и
В лучших традициях FIFA мы пропускаем с первого момента во втором тайме. Ну вот здесь. Как прошла передача через Чистякова? Ручки подогнул Де Хея. И у нас тройная замена. Кассиера, Дукейрос, а также ребята Монтуан появляются вместо Вендела, вместо Сергеева. Родригао пытался оттеснить сопернику удар в ближний. Здорово, Караваев. Ну и погнали вперед. Кассиера. Передача дальше. Коваленко заскакивает в штрафную. Ну же, Коваленко, забей. 2-2. 82-я минута. Ну, здесь свеженькие игроки разыграли. Давайте выйдет Марио Фернандес вместо Караваева. И снова ничья. Это просто какая-то битва с Оренбургом. В чемпионате 3-3. Сейчас кубки 2-2, но еще не конец. Нерас. Можно туда налево. Дуглас Сантос. Ну же, Нерас, забей! Вот так вот и третий полетел. Здесь уже оборона Оренбурга не смогла остановить нас. Классно перевели с правого фланга на левый. Ну и Дуглас Сантос увидел Нераса, и здесь нужно было только забить. Марио Фернандес пошел в атаку. Подача, Кассиера, до него мяч не доходит. Ну и все, переиграли арбитр добавленные минуты. Это победа, 3-2. Мы смогли, ребята, все же вырвать 3 очка, но Оренбургу стоит снова высказать большущее уважение за такой матч. Искали моменты, забивали. Ну и в какой-то момент казалось, что они выстоят. Но нет, Нерас, герой этой встречи, приносит команде победу в первом матче Кубка. Я думаю, сейчас, ребята, на матч против Краснодара выйдет наш второй состав, чтобы на игру с ПСЖ уже в следующей серии быть готовыми основе. Потому что через 2 дня на 3-я игра, я не думаю, что все успеют восстановиться. Состав Краснодара также на ваших экранах. Ну и, ребята, поехали. Стадион заполнен. Мы приехали в гости Краснодару. Большой перформанс в поддержку Сафонова, вратаря Краснодара. Ребята в комментариях предлагали его купить на ворота, но мы, ребята, взяли Де Хею. У Сафонова, если я не ошибаюсь, не намного больше рейтинг, чем у того же Киржакова, Адамова. Поэтому раскачивать его сейчас, в этом сезоне, это, ребят, не для нас. Так бы, наверное, знаете, если бы не выход новой части FIFA, можно было бы подрастянуть эту карьеру, попробовать воспитать, так скажем, некоторых молодых ребят, потому что я нашел Васильева, нашел Скроботова, они здесь в Зените 2. Ребята подсказали в комментариях. Ну а Краснодар начинает эту встречу с атаки и забивает на 4-й минуте. Это Кордоба. По-моему, это именно он. Быки ликуют. И они забивают гол уже в самом начале матча. Ну и классно по флангу прорвались. И здесь Кордоба оказался совершенно один. Провалилась атака. Здорово, Алип. Одного продавил, второго. Монтуан. Кассиера. И снова Монтуан. И вот отсюда, в дальний. Сафонов тащит. Чуть-чуть свалился, мяч полетел в ближний. Ерохин. Кассиера. Ноги мяч сняли. Краснодар действует пока очень здорово. В эти минуты в обороне. Алип. Снова хороший перехват. Монтуан. Есть свободная зона. Это Ерохин. Вот так с фланга на фланг перевели. Подача. Удар есть. Коваленко пробивает, но не попадает в створ. Ерохин в подкате сбивает соперника. Но поскольку Краснодар остался с мячом, арбитр не свистнул. А вот здесь Монтуан, потеря. Монтуан набирает скорость. Пытается уйти от футболистов Краснодара. Монтуан, в центр можно катить. Кассиера, ну же, кати дальше. Коваленко. Он не попадает. А здесь отложенная карточка Ерохину за фол в центре поля. Но это давненько уже было. А вот здесь провал в обороне. И повезло, что не пошел соперник вперед. И теперь уже Краснодар в новой быстрой атаке. Ренан проскакивает мимо. Марио Фернандес.
И здесь повезло. Повезло, что игрок Краснодара не подстроился, но еще и офсайд был. Бариос! И Сафонов. Опасно! Дехея, какое спасение! Вот это, ребята, просто невероятный сейв Дехея. Сейчас 2-0, и мне кажется, уже бы точно не отыгрались. А так, Марио Фернандес. И нет, не прошла. Не прошла передача на Кассьеру. У нас выходит Клаудиньо, Сергеев и Мостовой. Неплохо. Мостовой. Подача в центр. Ну же, забить! И здесь мяч попадает в Сафонова. Да это что-то невероятное, ребята. Есть еще 5 минут. Мостовой. Дукейрос. Клаудиньо. С ноги мяч сняли. А здесь пятка Дукейроса. Почему ты не развернулся? Сергей, за спину, ну же! Добей! Он не попадает. Звучит финальный свисток. Краснодар выигрывает у себя дома. А это значит, что борьба в чемпионате становится напряженней. Надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите его лайком. Напишите комментарий, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.